девчонки, куда мы приехали? Павловске. Мы в Павловске, Павловске. Мы приехали в резиденцию Павловск. Чью резиденцию? Екатерины. Екатерины? Да. Какой Екатерины? Второй. Вот памятник. Так, все повернули свою голову. Играет замечательная музыка. Просто. Сейчас я послушаю. Замечательная атмосфера. Я считаю, что здесь психоделический потолок. Смотри, какой потолок. Какой потолок? Миш, да. Как экскурсия? Побить, что тебе понравилось? Все понравилось. Круто. Не могу говорить. Ну ладно, сейчас дойдем до спальни. Это же лицей. Там приляжешь. Посмотрите на себя. Вы же сутулые все. Все сутулые. Танцоры диска. Я прямой. Нет. А ей подавно. Кто для нас кушает? Это наше все. Нет. Солнышко. Какие впечатления от экскурсии? Очень круто. Сначала было очень интересно, а потом пришел Андрей Карпушев. Ничего, я мой старый товарищ. Красиво. Очень. Честно, мне понравилось вообще. Это была удивительная экскурсия. Я сам как. Я как поэт, мне было так офигенски там находиться в этом помещении. Я запишу на листах свою мелодию пульса. Ты будешь помнить нашу осень, мои чувства. Императорский буклет. Спасибо.